Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бисимбаев, аналитик международной брокерской группы Tikmil. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 12 января, сегодня предлагаю для рассмотрения пару доллар-канадец и нефть марки Brent. Судя по всему, эти инструменты подходят к своим пределам и в скором времени в них стоит ожидать разворота в рамках большой коррекции. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот канадский доллар после краткосрочного ослабления против доллара снова перешел к укреплению, как и ожидалось в прошлом обзоре. Пара действительно начала снижаться, однако достичь целевой области не удалось. Цена остановилась, не дойдя буквально несколько пунктов до первой цели в районе 1.2616, развернувшись к росту. При этом, несмотря на пробой сопротивления на 1.2782, паре не удалось преодолеть разворотный уровень, что привело к последующему возврату под ключевые уровни. Такой расклад пока не позволяет однозначно судить о начале разворота, однако с учетом расхождения с динамикой цен на нефть, все же остается вероятность отработки прежних целей, после чего может уже начаться восходящая коррекция на среднесрочную перспективу. И вот на актуальном графике базовым сценарием может выступать скорый разворот после закрепления в текущей области с ретестом возможной поддержки на уровне 1.2672. При этом котировки могут погрузиться вплоть до разворотного уровня на 1.2631, который является последним минимумом. Уже последующий возврат выше этих уровней даст сигнал на начало восходящего движения с целями в области между 1.2883 и 1.2926. В свою очередь, отмена данного сценария состоится при продолжении снижения и закреплении ниже разворотного уровня на 1.2631. И вот нефть марки Brent выросла в соответствии с ожиданиями в последнем обзоре. Котировки нашли поддержку на уровне 50.34 и после уверенного закрепления над ней начали стремительно расти, достигнув целевую область на 53.70 и 54.76. При этом рост продолжился выше, в моменте достигая отметки 56, где и торгуется в настоящий момент. Пока восходящее движение продолжается и четких сигналов на его разворот не наблюдается. Тем не менее, учитывая время развития этого тренда, можно начинать предполагать, что котировки скорее всего приближаются к вершине, что косвенно подтверждается расхождениями в динамике, связанной с нефтью пары доллар США – канадский доллар. Ну и вот на актуальном графике рост, вероятно, еще имеет потенциал для развития, однако его масштабы могут быть сильно ограничены, учитывая, что цена приближается к области сильных сопротивлений. Определяющим здесь будет способность котировок преодолеть зону от 56.67 до 57.77. В случае же ретеста и отбоя из этой области можно будет ожидать скорое развитие нисходящей коррекции в район между 52.76 и 51.47. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится в случае продолжения роста в области выше разворотного уровня на 57.77. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бисимбаев. Это был мой обзор по техническому анализу от компании Tikmil. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.